Насвай – это беда 21 века, так как его потребление из года в год растет. Последствия насвая. Первое – рак губы. Второе – бесплодие. Третье – инфекции. Четвертое – зависимость. Пятое – пищевое отравление. Шестое – переход на тяжелые наркотики. Насвай на весах шариата. Ислам строго запрещает употреблять или применять все, что может привести к смерти или наносит вред организму человека. Всевышний в Коране сказал: «Не убивайте самих себя, прибегая к тому, что губит, ибо сам Всевышний милостив к вам, запрещая вам это».